Всем привет, я Катя, и сегодня мы с вами идем в магазин Магнит Косметик, чтобы посмотреть очередные скидки и акции. На моем канале очень много таких видео, поэтому если вам они нравятся, то самое время подписаться на мой канал, если вы это еще не сделали. Я сегодня иду в Магнит Косметик, в котором я не была еще ни разу. Понятия не имею, какие там площади, какой ассортимент. Надеюсь, там не будут каких-то пустых полочек. Ну, в общем, придем с вами в магазин и все посмотрим. Приятного просмотра! Заходим в Магнит Косметик и сразу иду к стеллажу с Тейлори. И что я вижу? Что здесь почти ничего нет. Но самое главное, что все-таки здесь есть новая коллекция GG Golden Girl. И здесь палетка. 990 рублей сейчас она стоит. Я знаю, что там цены какие-то варьировали раньше, но сейчас она встала 990 рублей. Оттенки симпатичные. Вот на обороте вот так все выглядит. В этой коллекции, как я поняла, есть только один тон. Вот он перед вами, и больше ничего нет. Выбора особо нет. Рядом стоит хайлайтер за 425 рублей. Такой небольшой. И у новой коллекции просто нет нигде тестеров. Масло для губ есть в двух видах, вот я взяла более светленький, 425 рублей, но тестеров нет. И единственный тестер, который здесь есть, это вот этот бальзам для губ с золотом, сейчас я его попробую открыть, вот, просто прозрачная гигиеническая помада, можно сказать, с какими-то там золотяшками. И все, она абсолютно прозрачная, 490 рублей стоит. И рядом стоит уходовое средство, это сыворотка из новой коллекции, 399 рублей стоит, тоже без тестера. Также в новую коллекцию входит вот такая косметичка, она золотистая, мягкая и, в принципе, интересная. И также две кисти, одна вот такая для теней, 349 рублей, она плоская. И универсальная кисть за 569 рублей. Компактная пудра 419 рублей, тестера здесь пока нет. Праймер 289 рублей. Тестеры в Магнит Косметик начали появляться совсем недавно, поэтому еще не ко всем средствам они есть. И я просто была в шоке, когда увидела вот такую пустоту на стеллажах у Стеллари. Просто нет ничего. Но такая тушь еще осталась за 249 рублей, она сейчас стоит. Их всего две штуки, кстати. А нет, три. Три штуки всего. Помады тоже вообще не густо, ни разу. Вот эта коллекция мне нравится. Они такие нюдовые, интересные. Давайте чего-нибудь посвотчим. Это оттенок 02. Такой вот он бежевый. На сводче выглядит вот так. Симпатичный оттеночек. Я люблю такие. Посмотрим, давайте еще что-нибудь. Возьмем 06 оттенок капучино. Он уже более коричневый, да, вот по сводчу видно, что он более такой темный и коричневый. Еще раз оттенок показываю, 06. 01 оттенок, тоже давайте его посмотрим, но он какой-то такой рыжеватый, да, на сводче это видно, что он рыжеватый. Мне больше всего понравился первый оттенок, который я протестировала, это 02. Еще в наличии вот такой есть оттеночек. Это 12-й. Ну, я уже не буду сводчить, потому что я уже и так вся замазана. 09-й оттенок, более фиолетовый или сиреневый. И здесь тестер закрыт, одну секунду. Да, вот такой вот он, более сиреневатый даже, да. Средства для бровей. Они пока здесь без скидок, и их не особо много. Вот один блонд остался, вот такие тени для бровей, как я понимаю. Немножко тона. Но тоже, видите, не все оттенки даже есть в наличии. Помады, блески. Давайте сейчас что-нибудь посмотрим из вот таких оттенков. Они более здесь какие-то красные, коралловые, такие теплые. Тоже, конечно, не все есть в наличии. Но хочу что-нибудь посвочить. Давайте возьмем 104 оттенок, наверное, или нет. Давайте что-нибудь вот поярче. Возьмем 108 оттенок. Такой вот он прям красный должен быть, оранжево-красный какой-то. Давайте посвотчим. А он, кстати, оказался с блестками. Видите, такие небольшие вкрапления. Ну, приятный оттеночек. Еще раз покажу. Вот 108 Стелла. Корректоры. Опять же, все очень грустненько и не все в наличии. Уже мои привычные слова в этом видео. Прозрачная пудра от Stellaris 459 рублей, даже есть тестер, то есть можно ее пощупать, какая она на ощупь. А рядом палетка с корректорами. Румяна, вот такие они как
по виду мозаики выполнены, то есть смешать можно все и получить какой-нибудь цвет. У них есть даже тестер, сейчас мы что-нибудь откроем, посвотчим немного, вот такой более розоватый оттенок взяла. Я не знаю, либо так свет падает, либо как-то, я неправильно его набрала, как-то они пылят и не особо пигментированы мне показались, но я не настаивала, может быть, они и прекрасны. Ресницы от Stellary, 399 рублей, мне нравятся, если честно, эти ресницы, красиво смотрятся. Переходим к уходу от Stellary, на крем сейчас скидка 199 рублей он стоит. Я кайфую от этой линейки Superfood, вот эта оранжевая, она просто вся кайфовая, к сожалению, не все по скидке. И вот тут тоже кое-что есть по скидке, одна вещица. Показываю кисти Stellary из постоянной коллекции, спонжи, кисти, цены вы все видите на своих экранах, такая вот небольшая кисть. И вот при другом освещении можно посмотреть мои свотчи помад. Бокс для косметики, это написано, по факту это просто два пластиковых стакана, скрепленные вместе. И по цене я не поняла, сколько они конкретно стоят, здесь просто цены на два бокса указаны. Перехожу к стенду L'Oréal. Вот эти помады Макарон сейчас по скидке, 399 рублей, и это в ассортименте, то есть скидка действует на все оттенки. Тушь Bambi Eye, моя любимая, 399 рублей, их осталось всего-то ничего. Немного покажу еще тушь здесь и средства для глаз и бровей, как я понимаю. Вот эти помады по 299 рублей тоже в ассортименте, то есть, по сути, должны все оттенки быть по скидкам. Ну, симпатичные оттеночки есть и нюдовые, и более какие-то такие розоватые. Мне вообще очень нравятся футлярчики у этих помад. Сейчас открою, покажу, какой это оттенок. Он сияющий, знаете, похож на какую-то пыльную розу. Ну, симпатичный оттеночек. А это, видимо, матовые помады, тоже в ассортименте по 299 рублей. Ценник на консилеры. Посмотрите, разные оттенки стоят по-разному. Оттенок 320 стоит 299 рублей. Сейчас я вам его покажу. Он вот такой вот светленький. Мне кажется, он прям для белоснежек. Сейчас посвотчим, посмотрим поближе, естественно. Вот такая здесь огромная просто щеточка, кисть. И да, этот оттенок очень светлый. И вот при растушевке, вот вы видите, покрытие безупречно. Мне кажется, супер стойкий, супер с отличным покрытием консилер. Оттенок 321 и 323 тоже в наличии. Они по разным ценам. С правой стороны у меня 321 оттенок. Он с желтым подтоном. А 323 оттенок у меня слева. И он откровенно розовый подтон имеет. Перекрытие у всех этих консилеров изумительное, просто фантастика. Перекроет, мне кажется, абсолютно все. Но мой оттенок это, конечно же, 321. BB крем L'Oréal, вот этот Magic, их линейка тоже сейчас по скидке разные цены. Вот посмотрите, пожалуйста, на оттенки, какие по какой цене. И сейчас посвотчим, это я взяла второй оттенок, вот такой он белый при нанесении, а при распределении он вот такой становится какой-то рыжеватый, немножко в загар уходит. Не понимаю, честно говоря, подойдет мне этот оттенок или нет. Потому что все нужно, конечно, тестировать на лице. Это я нанесла первый оттенок. И я не понимаю разницы между первым и вторым. Мне кажется, они примерно одинаковые. Либо это просто на руке так выглядит и при этом освещение. Тон Альянс Перфект по скидке -46 и -42% по, опять же, нам различается, вот D3 399 рублей, например, стоит. А оттенок N4 стоит уже 427 рублей. Подскажите, пожалуйста, та ли это пудра, которая нашумела на весь TikTok и YouTube, пудра, которую можно наносить без тона в качестве тона? Мне кажется, это она, стоит в Магнит Косметик 299 рублей, и покрытие у нее реально просто отличное. Два оттенка здесь есть. Немножко Vivien Savo показываю, на пудре есть скидка. И по факту больше ничего здесь интересного и нет. Так, просто вам немножко стеллаж покажу. На Диваш, по-моему, в Магнит Косметик всегда скидки. По крайней мере, когда я не захожу, все есть по желтым ценникам. Но может быть это и хорошо. В Магнит Косметик появилась косметика уходовая Sunny Beauty. Так что, кто отслеживал эту информацию, думаю, уже в курсе. Я тоже об этом знала, но вот сама это увидела впервые, что действительно Sunny Beauty есть Магнит Косметик. Цены вы сейчас все уже увидели на своих экранах.
Мне кажется, в дни скидок покупать эту косметику в Магнит Косметик будет выгодно. Ну, естественно, если вам она нужна. Люмине. Обожаю эту косметику. И на крем вокруг глаз сейчас скидка. Сейчас он стоит 389 рублей. Немного корейской косметики вам тоже покажу, которая есть в Магнит Косметик. Эвелин. Чистая линия. Просто стеллажи покажу для общей информации. На Гарниер вот тоже есть желтые ценники. Лореаль. По скидке минус 30, минус 31%, но опять же все по-разному. Есть и вот такая линейка возраст эксперт 35+, гений увлажнения, обожаю вот эту вещь. Для меня это просто супер. Серия Revita Lift сейчас тоже по скидочкам. Гарниер. Немножечко гарниер тоже вам подсниму. Флюид для лица от 7 Days Illuminate Me. Обожаю вообще вот серию 7 Days. Оно все такое яркое, приятно пахнет. Это реально более такая молодежная, что ли, косметика. Ну, я не знаю, мне она прям по кайфу. Вот еще скраб сияющий есть. Единственное, что мне не совсем нравится, это вот такие вот молочко для тела блестящие. У меня есть такой золотистым шиммером. И он не особо увлажняет. И посмотрите, какой стеллаж я заметила. Впервые реально его увидела. 549 рублей стоят какие-то вот такие маски интересные для волос. Пакетик разделен на две части. Я так понимаю, с одной стороны маска, а с другой стороны, видимо, шапочка для волос. Я не представляю, что это. Давайте посмотрим инструкцию. Нужно помыть волосы, нанести маску для волос от корней до кончиков, надеть шапочку на 30 минут и смыть в реке или в душе. И время покорять мир написано. Честно, я бы попробовала такую вещь, но мне кажется, она как дороговато. Это же все одноразово и стоит таких денег. Кто пробовал, напишите в комментариях, как оно вам. Есть разные вкусы, вот ананас, фламинго. Окей, вкус фламинго. Грейпфрут. И еще покажу L'Oreal уже для волос. Тоже скидка 40% на некоторые средства. Эти средства стоят очень высоко, и я их особо не могу даже дотянуться до них, поэтому ну просто вот так сниму общим планом. Но цены все видно, это самое главное. И масло для волос от Pantene за 349 рублей и 235 рублей. Все-таки оправдались самые худшие мои надежды, потому что этот магазин был буквально полупустым. Полки реально пустые. Я никогда не видела, чтобы Stellaria были настолько пустыми, как в этом Магнит Косметик. Может быть, конечно, это временный эффект, и скоро он заполнится, и, может быть, будет даже какая-то новая коллекция, новый завоз косметики. Но в любом случае, надеюсь, вам это видео зайдет. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И не забудьте поставить колокольчик. До новых встреч, всех люблю, пока-пока!